ходе предварительного следствия было установлено, что ночью, 7 июня, в поселке Ворские трое местных жителей распивали спиртные напитки. В какой-то момент между двумя хорошими друзьями возник словесный конфликт. Один стал оскорблять другого. На следственном эксперименте мужчина рассказал, что хотел ссоры избежать и решил уйти. Однако в спину ему продолжали сыпаться оскорбления. Тогда он подошел к обидчику и достал имеющийся при нем нож. А следующие минуты мужчина помнит плохо. Если честно, я вот это вот, я говорю, смутно помню. Все это, в пелене все было. Как вы доставали нож? Какой рукой? Как доставали, я не помню. Возможно, из куртки. В какие части тела наносили удары? В части, я не могу вам сказать, чтобы я куда-то метился. Как вы производили меня не было... удары? Я думаю, я его хотел просто попугать, даже не хотел даже, чтобы что-то его зацепило. Когда мужчина пришел в себя, он увидел своего друга, лежащего на земле. Обвиняемому тогда показалось, что у того случился обморок, и попытался его откачать. Люди стали звонить в скорую. 43-летний мужчина скончался до приезда помощи от острой массивной кровопотери. Как потом установит следствие, ему было нанесено 5 ударов ножом в область головы, туловища и конечностей. В ходе предварительного следствия вина 38-летнего жителя была полностью доказана собранными по уголовному делу доказательствами. Вину свою он признал полностью, раскаялся, подробно показал в ходе проверки показаний, как им было совершено данное преступление. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в совершении убийства, то есть умышленном причинении смерти человеку. После выполнения необходимых требований уголовное дело было направлено с обвинительным заключением в прокуратуру Рязанского района Рязанской области и по его утверждению передано в Рязанский районный суд для окончательного принятия решения. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».